Этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии. Приснится. А по твоей теме... Постарайся узнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Проветришься, заходи.
слышали легенду о темном сталкере? Кажется, боюсь ее рассказывать. Мне ее рассказал один ветеран по большим секретам. Но через день он бесследно исчез. Цель обнаружена, иду на перехват. Спасите! Спасибо, Месиво. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Oh.
Радиоактивная.
Все брошу нахрен и свалю. Есть.
который я вижу во сне. О, если бы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне цветущий акации Ахмора. Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащен счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Наверняк бросаю болт, я охреневаю. Болт, блин, нафиг пролетает, а хоть дыхнет. Ну, думаю, глюк перепил спиртяги, пока позвоню шахту. Так и визуально все понимаешь, не все как трамплин. И тебе грунт светлее, на кромке приплюснет. Ветер комнату дотянет, листики летают по спирали. Да. Так, значит, присел, взял камушек с земли и кинул его на весик. Ну, думаю, ща рванет. Так нет. Камушек спокойно упал на грунт, как будто там нет никакой аномалии. Упал и все. Ну и я раз попел. Чуйка. На корточках тихонько подползаю. Подкидываю камушки. Рефлекс мафия. А дальше-то что? Подполз, не поверите, вплотную. Взмок, как мышь в комбезе. Камушки, которые подкидывал, лежат аккуратно. А моя сталкерская метро говорит, сваливать надо. А я нет. Собняк, надо разобраться. Так и надо. Значит, волынку на колени поклал. И усраться, блин, тяну руку в трамплин к одному из камушков. Прикиньте, а? Ну ты крут, чувак. Взял. Камушек как камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. Ну и... А дальше-то что? Метров на пять. Зря, конечно, камешек трогал. Падла заработала. Еще пока летел, видел, как камни в пыль разодрало. Стукнулся, отключился. Но камень я, этот, с тех пор с собой тягаю. Вот так. Повезло. Вот ведь подфартило. Кого тут бояться? Район спокойный. Я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает. Да я вот тоже не закрывал. Так вчера, блин, дюреры залезли и все сидушки заблевали.